В Сочи около 24% от общего населения курорта – пенсионеры. Традиционно общественные организации и благотворительные фонды курорта устраивают для горожан преклонного возраста благотворительные акции, приемы, концерты. Подобные мероприятия, по мнению организаторов и мэрии, привлекают внимание общественности к проблемам пожилых людей, а также стимулируют ветеранов к участию в общественной жизни курорта. Формулировка «волонтеры серебряного возраста». Они родились именно в нашем городе и благодаря нашему олимпийскому проекту и в преддверии Олимпиады. И сегодня волонтеров пожилого возраста, волонтеров серебряного возраста уже более 600 человек насчитывается в городе. Это те люди, которые продолжают оставаться в строю и не обязательно будучи волонтерами. Очень большое количество пожилых людей в городе остаются мобильными, остаются активными, остаются участливыми вообще в жизни города. В органном зале звучали любимые пожилыми сочинцами музыкальные композиции и песни. Концерт был подготовлен силами сочинских творческих коллективов.